Всем привет, с вами Тому, и мы продолжаем. Сейчас так чуть подвину. Продолжаем наш воскресный, так, вот, звук. Воскресный разговорный стрим. Дальше мы будем играть в игру Daydream and Jerpy. Вот, мы сидим вместе с Крисом. Да, всем привет. Всем привет. Ладно, мы оба чуть болеем. Короче, игра вышла уже целиком. Ссылочка на ее скачку будет в описании. Игра на RPG Maker, поэтому не забудьте скачать сам RPG Maker и что там, картинки какие-то там, что-то там такое, да? РТП модуль. Да, А да. она просто не запустится, и там будет написано скачать РТП модуль. Короче, сейчас просто не запустится, почитайте внимательно, что там написано, и скачайте то, чего не хватает Там на как бы одна страничке. фраза на английском. Скачайте РТП в EXE, очень сложно, понимаю. Да. Хорошо, так. У тебя точно нормально откадрированная игра? Да. Лучше у меня не получилось. Я 2 раза кадрировала. Ладно, давайте начинать. New Game. Вообще, я все это уже переводил. Пирать еще раз. Отлично. 1,5-2 года назад. Ну ладно. А пони до сих пор снятся кошмары? Конечно же, а почему ты спрашиваешь? Как они тогда вообще могут спать по ночам? Они просто научились жить с этим. Надпись переводить на дверях. Дёрпи, почта. Ха-ха-ха. Ха, какой денек. И такая ночь на улице. Был, очевидно. Динки, я вернулась. Не, у меня насморк, я не озвучиваю. А, похоже, что кто-то уже пошел спать до того, как я вернулась. Ой-ой-ой. Да, это переводится как ой-ой-ой. Упс, упси Дейзи. Ну, окей, ладно, я уже преподаю, да? Мам, ужин в холодильнике. А, спасибо. Маффин? Окей, маффин. Ведь маффин и кекс это разные вещи, да. Я буду поем попозже, но сначала уложу тебя спать. А, ну, в смысле, отнесу в кровать. Если что, за чатом следит Тома, я надеюсь. Хорошо. Потому что я внезапно не могу на 180 градусов в глаза. Это был зевок. Мне, пожалуй, тоже пора ложиться. Спокойной ночи, милая. Ей, я Мы хочу. можем нажимать кнопки влево-вправо и космос. Шучу, Space пробел. Две чашки муки, полчашки сахара и одна столовая ложка соды. Вы можете также нажать Shift, чтобы бежать или пропускать диалоги. Если что, поп — это хлоп. Одна чашка молока, четверть чашки растопленного масла и 2 яйца. Вы можете использовать кнопку X, чтобы открыть меню или чтобы отменить что-то. Смешать ингредиенты, запекать 15-20 минут. Помните выключить, не забудьте выключить эту самую плиту. Маффины. А похоже, что оно всегда закрыто. Там написано нажмите пробел. Эй, док, мисс Дерпи, не подходите, а то мне придется добавить свой сериал «Политкорректность». Ха-ха-ха-ха, извините, больная тема, доктор, кто? А смотри, куда наступаешь, эти штуки повсюду. А, пузырьки? И у нас два варианта, они просто пузырьки, или а ты пытался их хлопать? И давайте проголосуем в чате. Нет, шучу. Ну, выберешь что-нибудь. А, это же твое пространство внутри головы. От этого только опасней. Может быть, но не так опасно, как я. Что, внутрь зайти? Не знаю, может, еще один пузырек.
сражаемся с этими самыми? Ну, собственно, меню состоит из атак, особенностей, одежды и предметов. Проходящие мысли. Ты с мыслями сражаешься. Можешь даже заклинание попробовать. Вот это? Так, большой выбор. А обычно сначала читают, что заклинание делают, а потом их применяют, но не все так делают, как я вижу. Кнопку отмены тоже забыл? Да. X. Подскользнуться на собственных копытах, может промахнуться, но бьет очень сильно. 10 здоровья стоит. А это пузырек. Создает барьер из пузырьков, защищает от одной атаки. Ты же знаешь, что кнопка Z то же самое делает, да? Понятно. Дёрпи победила. Ну ладно, я думаю, можно это не переводить, хотя кто знает. А видишь, ничего страшного не случилось. А теперь почему бы тебе не спуститься вниз? Далеки, это далеки. Нет, это новые напарницы. Шучу. О нет, что такое? Это Тардис. Это звук, с которым Тардис отправляется. Активирован механизм защиты. Это моя машина. Она думает, что ее все еще атакуют. Скорее, представь себя как-нибудь милой. Я хотел сказать что-нибудь мощное, но да, это же твой сон. Ваш сон, мисс Дёрпи. Используйте воображение. Дёрпи пришла... Она представила, что она на работе, да. Представила себя в форме почтальона. Мило. Это, случайно, не униформа с вашей работы? Великолепно, абсолютно великолепно. Теперь мы им покажем. Ну или Тома покажет. Тома, Дёрпи против Дёрпи. Этой самой Тардис. Junk mail, ну то бишь спам. Палить цель конвертами, почтой. Это в основном купоны на распродажу. Скидки атакуют сразу по всем. Зачем? Да, тут же у тебя три врага. Ну ладно. А, она три раза атакует, если один враг. Ну ладно, тогда еще норм. Ну, ты же в курсе, что это тратит 10 очков здоровья, да? Хорошо. Если ты надеешься, что ты не будешь проигрывать, я тебе посоветую почаще сохраняться. Например, перед каждым боем. Нет, мы сейчас умрем. Нет! Каким-то образом Дёрпи победила. Хотя Дёрпи не могла же просто атаковать, да? Нужно было именно здоровье использовать. Я потом все время использовала просто атаку. После того, как начала проигрывать, понимаю. Теперь Дёрпи второго уровня выучила приветственные карточки. Это типа визитки. Ух ты, здорово. Удивительно, как будто бы... твоя одежда зависит от твоей одежды зависит, какие способности ты можешь использовать. И похоже, что ты можешь менять свою униформу в меню паузы, нажимая кнопку X или во время боев прямо в настройках униформы. А можно еще раз повторить, только поменьше умничать? Конечно же, вы бы не догадались, если бы я не сказал. Мы же находимся в мире снов. Чудесно, правда? Подожди-ка, дай я это повторю. Док, вы говорите мне, что мы во сне? В вашем сне, точнее говоря, я проводил эксперимент, и, ну, это долгая история. Но представьте себе, что во сне существует целый мир, заполненный воротами в сны других пони. Я просто не мог не удержаться, чтобы не исследовать это.
исследовать мир снов. Да, после этого стрима у меня еще мой стрим, и там я тоже буду постоянно читать диалоги, так что... Ей, хриплый Крис. С нас смыком. Исследовать мир снов. Интересно, могу я так делать? Конечно же, можете. Заходите внутрь, я объясню детали позже. Они на вылинаты, я сомневаюсь. Почему тогда он ее называет мисс Дёрпи? Ты мисс Дёрпи? Ну ладно, на хочешь на вы. Хорошо. Да, мне-то на это самое. Пускай на вы. Короче, я объясню позже, полетели. Как насчет начать сохраняться? Да. Да. А что нажать? Сохранить. Я не знаю, ты все это время здесь вроде была. Выхода. Нет. Ну смотри, предметов... сохраняться нужно было дома, когда... предметов снимки. Нет. Нам да, окей. Способности и вот такие вот. Короче, там какая-то новая способность добавилась, не забудь потом в бою прочесть, прежде чем применить. Мам, просыпайся. Точно, пусть Том переводит. Мама, ты в порядке? Кажется, тебе приснился плохой сон. Ну, по крайней мере, уже утро, пора вставать. Ну, иди сохранись. Сэй. Не перенапрягайся. Можешь так же поговорить, хотя... А как дела в школе, Динки? В порядке. Кто-то случайно пробил копытом стену, дыру в стене, так что оттуда все время сквозняк, там, где я сижу. Это просто ужасно, им нужно немедленно ее заделать. Да, но я не уверен, что у них будут деньги на это. Похоже, придется самой разобраться. Если тебя беспокоит, не забудь надеть свитер, или два, или три, или... Я поняла, мам. Я возьму свитер. Может быть, даже не один, чтобы заткнуть эту дыру. А. Еба. На холодильнике много наклеек. Хочешь почитать? В случае экстренной ситуации... В случае пожара звоните мисс Харшвини. Почему мисс Харшвини? В случае пустого холодильника звоните мисс Харшвини. В случае магических неприятностей звоните мисс Харшвини или Твайлайт. В любом другом случае мисс Харшвини. Записка от Динки. В холодильнике был пара спрайт. Этим утром, пожалуйста, позвони Пинки, чтобы почистить его. То, что осталось от пара спрайта или холодильник или что, или пара спрайта? От мисс Харшвини записка. Проверка профессионализма. Работай упорно, будь смелый. Как это? Поклоняйся мне, удивляйся мне. Все? Это комната Динки, она никогда меня туда не пускает. Должно быть просто возрастное. Ты помнишь shift, удивительно. Все, пошли на улицу. Работа! Напомните, здесь в демке стояли всякие места, которые не давали нам пройти, а теперь в свободном порядке надо. Народу. Все сидят. О! Смотри, Даринку, давай с Даринку поговорим. Говорим? Ты уверен, что ты с ней сейчас говоришь? Ну, я так понимаю, у них парный диалог будет. Окей. А то как проходит миссия, мисс Ерлинг? Эти подземные пещеры под Понивилем все так же опасны? Или, в смысле, как дела в пещерах, короче?
Я почти все уже расследовала. Мэр. Короче, майор. Мэр. Блин. Кобыла мэр, да. А... Как это переводится на русский? Это бакбир. Это вовсе не жук-медведь. Это бука. Никаких бук не встретил. А... Кстати, был жук-медведь, если что. Ну, жук-медведь — это недословно. Ну, если он ну, был жуком-медведем, да, то это была шутка. Хорошо. Ну, короче, все в порядке у них. Я сообщу, если что-то будет интересно. Ну, то есть пока просто делаем какие-то вообще будет умненько. Поет. Да, она поет. Все. Все, поет, короче. Да, это она тоже поет. Вы тоже поете, девушки? И говорят, что... А, нет, милая, я не думаю, что публика размышляет о том, какой у тебя большой лоб, когда ты поешь. Это великий Пони Тонс сегодня будет выступать. О, привет, мисс Дёрпи. Мы с Флаттершай как раз обсуждали важные квинтеты, акапеллы. А, на самом деле мы сегодня понитоны минус 3. Что это значит? Мы собирались встретиться там, где мы обычно практикуемся, но я боюсь, что пришли только мы да ты. И что привело меня к идее? Да, я уже догадалась. Дёрпи получила форму вот эту вот, да. Я вам помогу практиковаться. Я знаю все ваши песни, так что без проблем. О, мы не можем просить об этом Дёрпи. Конечно же можем, дорогая. Мисс Дёрпи отлично поможет нам. Заменит, короче. Попрактикуется с ними. Хотите попрактиковаться? Будешь попрактиковаться? Ну давай. Может, сначала униформу ставил, наверное? А, уже. Ну ладно. Может, изучишь сначала мелодию? Так, и та, и другая тратит ману. Это лечит. А это контузит противников. С контузик сразу. Ты лечиться хочешь? Нет. Кнопка Z делает то же самое. Там, кстати, в чате писали... 2/5 понитонов. Медвежук, да, были там медвежук. Медвежук. Ну окей, медвежук, но... Посмотрите в словаре. Молодец. Почему я не вылечилась? Потому что они ударили первыми. Да, всё поняла. Надо было раньше лететься. Похоже? Похоже, что... У нас проблемы... Но практика точно поможет. Дёрпи получила 15 битсов. Интересно, за что она их получила? За практику. Да. Она же не победила. Но. Я говорю, я отлично подготовлюсь к своему стриму. Давай я буду переводить. А я поправлять? А, больше мы здесь есть не будем. Это уже будет третий раз за эту неделю. Ну же, почему нет? У них сегодня спецпредложение в честь Так от Юзды. Не переводить? Так, а вторник, да? Я тоже не знаю. Не то, что мне здесь не нравится, просто... Не хочу, чтобы все считали, что я только сюда хожу. А что такого плохого? Они всегда дают нам нашу... любимое, ну короче, место, столик. У нас столько общих воспоминаний. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Но у меня есть воспоминания. Этот сэндвич, он был вкусным. Думал, ты с ними сразишься? Нет. Пока мы же в лазнях сажаемся. Пока мы такое... Так, ну... Еще в дверь тоже можно заходить. Ты как минимум дверь пропустил.
Харшвини. В любом случае, ходим, да, к мисс Харшвини. Добро пожаловать в департамент. О, здравствуйте, мисс Ду. А что на этот раз? Ну, не очень хороший способ приветствовать ежедневного клиента, мисс Харшвини. Это агентство занятости, мисс Ду, и так как я работаю, когда я обычно не работаю, я, короче, ожидаю, чтобы моя работа, мои задания были выполнены. Однако, похоже, что это не получается. Ну... Она говорит, я могу устроиться на другую работу. Нет, это просто временное решение. Нам нужно решить источник проблемы. В смысле, ну, понятно. И в чем же источник? В вас, конечно же. В вашем отсутствии профессионализма. Я не думаю, что больше ни слова, начиная с сегодняшнего дня, вы неофициально работаете на меня. Да. И вот у меня теперь новая униформа, отлично. Профессионализм. А воротник немножко жмет. Хоть не галстук. А вы привыкнете и будете даже наслаждаться этим. А теперь доложите мне, когда будете готовы начать свою тренировку. Куда дели Теппера, Торчсенка Большого Маки? Игру рисовал один человек, поэтому спасибо, что это самое. Давай попробуем потренироваться. Спасибо, хоть и сока нарисовали. Плюшевые пони ручной работы. Спасибо большое, Rainbow Times. Минутка рекламы у нас. Да, заходите к нему в группу, он, кстати, классные плюшки шьет на самом деле. Вот так и называется Rainbow Tales. Так, Собственно, ты разбираешься с делами. Офис. Офисные способности. Ну, ты обращай внимание, что здоровье тратит. Так, J'accuse, что по-французски, мне еще с французского переводить. Я обвиняю. Обвинить цель, шанс парализовать противника. Грязные файлы. Найти грязные сведения про врага. Тоже контузит. Погоди. А, это станет, а это контузит. Ну, ты понимаешь, когда контуженный, то бьет сам себя, когда стан, парализация, да. Стрессбол. Ну, вот этот вот шарик такой, игрушка. Ну, короче, лечит. Морально. И не забывай, что ты можешь просто бить копытом. Ну, я вообще в контузию. У тебя же 87 маны. Походу тебе лучше лечиться, а так просто бить их. Это... Что? Стоит 20. А, погоди, оно это самое... Не лечит, оно наоборот стоит 20 здоровья и бьет на... Ну ладно, поскольку это тренировка, а не реальный бой, то нам ничего не лечит, что мы проиграем. Тогда почему ты не тратишь ману? Ману только контузит же. И станет. Две так. Как мы видим, дерпи годится для любой работы. Да. Ну что ж, контервод построился не за один день. Неважно, чистый профессионализм не достичь за одну смену. 15 битсов тебе. Деньги дают, и хорошо. Да. Мне кажется, или раньше в демке этот проигрыш приводил таких к загрузке? А сейчас мы набираем... Днем мы набираем различные униформы, да? Деньги. Ну, привет, Дёрпи, ты пришла как раз вовремя. Короче, у нас тут час пик. Ты готова? Ну, не час пик. Понятно, да? Конечно же, я помогу. Вся жизнь есть сражение с какой-то бумагой. Да. Короче, новая униформа. Официантки. Вперед, начинай. Какие есть атаки в этой униформе? Почему ты атакуешь других? Помню.
Добро пожаловать в наш дайнер. Да, я помню, когда я на своем канале что-то переводил, и там было слово дайнер, мне потом написали 50 раз, что ты дебил, Крис, дайнер это ужин. Добро пожаловать... Хорошо, я понял. Добро пожаловать в наш ужин. Для тех, кто не считает меня дебилом, могу сказать, что дайнер это вот это вот... Дайнер. Дайнер — это дайнер. Это чисто американская вот такая вот штука, где подают пирог, всякие там закусочки и вот такие вот стулья красные, да? Да. Ну да ладно, добро пожаловать в наш дайнер. Короче, вам покажут ваше место. Ваше место, как говорится. Что я могу вам принести сегодня? Меню. Ух ты, у меня есть меню. А, кусок пирога, собственно, как я и сказал. Лечит одного друга, у тебя нет друзей. Спецблюдо, блюдо дня. Блюдо полное боли. Шанс отравить. Давай, блюдо дня. 20 здоровья, нам не стоит. И да. Хочу полечиться, не попробую. Это бесполезно, тебя так сильно бьют, что... Ну, тут, насколько я понимаю, нельзя выиграть сейчас. Ну, ты, главное, униформу сохранишь. Вот вам 15 битсов. Да. Еще ты все эти униформы сохраняешь. Чтобы потом во сне снились. Что, пока не пускают? Не знаю. Слева рынок, справа Винни-сквер. Ты на почту не хочешь зайти? Подержанные книги. Потому что это библиотеки нет. Да. А знаете, я действительно счастлива, что могу с тобой продавать книги твои. Вот. А, но тебе не кажется, что вывеска уж слишком такая? Ты так думаешь? Я думаю, что наши лица помогают понять, кто, собственно, здесь работает. Можно я сделаю ремарку? Наоборот, книги должны стоить дороже, потому что их сама принцесса когда-то читала и своими копытцами трогала. Из огня спасала, да. Да, Twilight — это же магазин подержанных книг, ну, в смысле, прилавок. Я не планирую начинать империю магазинов подержанных книг с нашими лицами во главе всей индустрии. А немножко рекламы не помешает, Мундансер. О, привет, Дёрпи. У нас тут... мы тут можем поделиться знаниями. И да, да, отлично. Ну, короче, игра слов. Ау. Поделиться знаниями. Продать их. Ха-ха-ха. Так, о чем ты хочешь знать? А, униформа. Униформа — это то, что ты носишь, когда ходишь на работу. Ты можешь открыть меню, проверить, сколько ты уже собрала. А на каждой работе разные требования. Каждая униформа меняет твои характеристики. Бери тукты, которые здоровье дает, да? И способности. Но важно знать, что каждая униформа подходит в определенных ситуациях. Способности. Твои скиллы, то бишь способности, известны как особое движение. Они тратят магическую энергию, здоровье и даже деньги. Какого мы еще не встречали. Есть также способности, которые применяют и снимают особые статусы. Ну, там, отравление, лечение, отравление. А статусы, собственно, короче, покемоны сплошные. Не, на самом деле это пародия на игру Mother, которая абсолютно неизвестна в России, но очень популярна в Америке. И, так что, да. Ну, не важно. Вряд ли это кому-то что-то сказала, игра Mother. Статусы, это которые ты применяешь, короче, во время боя, получаешь вот список. Стан, то бишь парализация, не дает тебе двигаться и пропускать ход. Отравление понижает здоровье каждый ход. Жадность дает тебе дополнительный ход. Пузырь защищает тебя от повреждений одной атаки. Убегание позволяет тебе увернуться от удара. Запоминаешь? Восстановление здоровья или маны восстанавливает, соответственно, их каждый ход. Провокация заставляет цель атаковать тебя. Ну, чтобы танковать. Контузия заставляет цели бить себя или своих союзников. И, наконец, нокаут означает, что ты в нокауте. А что такое нокаут? А-а-а. Потерял сознание. Чего меня дальше не пускаете? Это дверь? О, вот это... Пейзаж? Вот этого не было.
Дёрпи, как раз та пони, которую я хотел увидеть. Ну, привет, Rainbow Dash. Я думал, что сегодня работает Wonderbolt. А, в смысле, что ты сегодня занята с Wonderbolt'ами. У меня сейчас отпуск, или как там называют, побывка. Но мне, да, увольнительно. Мне нужно тренироваться. Ты крута, как всегда. И именно поэтому ты мне поможешь, Дёрпи. Потому что ты сегодня неофициально принимаешься в Вандерболты. Ей, форма Вандерболтов. Все еще пахнет Rainbow Dash. Да. Что это значит, Rainbow? Мне нужно немножко практики с этим самым. Как там, бинг-пони? С напарником, короче. Так что с тобой попрактикуемся. Хорошо? Молодец. Вперед, короче. Готовы расправить крылья? Есть крылья? Есть. Вперед. Ну, посмотрим, какие у нее есть трюки в этой униформе. Торнадо. 15... Здоровье тратит все. Торнадо бьет врага несколько раз, есть шанс контузить. Удар задними ногами электрический какой-то. Бьет быстро, как молния, шанс парализовать. Как Пикачу. Ну давай, все равно проигрывает. Бьет, кстати, по трем врагам или по одному три раза. Ну, ты еще и мажешь. Да попробуешь трюки-то. Все равно. То есть на молнии всегда бьет первый. Кстати, можешь, ну. Все, можешь смело проигрывать. О, уворачивается. А, ну, как всегда, терпение не справилась. Не справилась. А, это было круто, но попытаюсь, постараюсь лучше в следующий раз. Надо сбиться в тебя. Кстати, демка у меня иногда зависала, было очень обидно перепроходить 40 минут, так чтобы на твоем месте бегал, время времени сохраняться. Ну, давай с ним поговорим. Ну давай, рискнем еще раз, что здесь происходит. Приветик, Дёрпи, что ты здесь делаешь? Спайк, а ты разве сегодня не работаешь вместе с Твайлайт? На самом деле она хотела мне дать выходной, но мне что-то захотелось помочь здесь. А в смысле, ты вызвался этим самым волонтером? Волонтером, да. Мистер помощник номер один. Еще один выходной, в кавычках, да? В любом случае, мы не так много продаем, чтобы... Ну, короче, хочешь взглянуть на наши коллекционные предметы? Да? О, а вот и время потратить биться. Ну что ж, продавать мы ничего не можем, потому что у нас нет ни одного предмета. А блокнот для карт. Это шуточки для коллекционки, да? А косплей Daring Do из самых дешевых материалов. Там так и написано. А косплей Флим Флама. Косплей детектива. И, наконец, Мэр Дуэлл, что-то такое. А, Супермен, супер пони, да, вспомнил. Ужас, который махает крыльями в ночи, да. Это косметическое украшение для одежды помощника мага. Помощника фокусника, точнее говоря. Magician по-американски, это фокусник, если кто не знал. Так, да, бицеп у нас 60, а самая дешевая 80. Да, кстати, карт-байндер... для собирания stamp slot. На почте по марке можно, помнишь, там вклеивать, которые... Да, то есть сначала еще придется это купить. Ну, денег у тебя ни на что нет, но понятно, что они здесь барыги. Дракончики барыги. А заходите еще. Пойдем сюда. Куда-то еще налево можно сходить? Ну, вы поняли. Да, ну я... Там рыба, мы сейчас сохранимся. Я говорю, я у меня зависала демка пару раз. Че, дверь какая-то странная? Лучше. Все, сохранимся. Ну, почему нельзя сохранять? А, ну, наверное, так в Мазере было. А, потому что она еще и лечит. И вторая? Ну, я обычно сохраняюсь три раза по очереди во всех РПГ, чтобы, если что, отменить. Кстати, что, последние действия. Перерывчик на 5 минут. Да? Давайте перерывчик на 5 минуток, а потом еще 40 минут достримим. Оставшиеся. Можете пока писать в чате, как вам игра, если вдруг вы ее не видели до этого. Вот, и, короче, мы сейчас вернемся. Сейчас только чуть-чуть, так раз. Все, перерыв на 5 минуток. Даже на 2-3, не знаю, скоро вернемся.
You send chills down my spine.